Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, уже 7 мая 2023 года. В Одессе буквально 5 минут назад, в 1:03, дали отбой воздушной тревоги. Тревога длилась более 2 часов. Напомню, объявили ее в 22:37. И кто не смотрел мои предыдущие видео, причина, по которой дали тревогу, это взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М3. Уже в районе полуночи поступила информация о том, что борты Ту-22 уже над Черным морем, на потенциальном рубеже пусков. Спустя 10 минут поступила информация о том, что 7 бортов работают, пуски ракет Х-22. В 00:24 поступила информация о взрывах в Николаеве. И спустя некоторое время сообщили о том, что в Николаеве 2 прилета. Куда именно были нанесены удары, пока есть информация не уточняется. У нас в Одессе в 00:55 прозвучал взрыв. Взрыв был в пригороде, информации по прилету сейчас нет. Что произошло, пока есть неизвестно. Многие сообщали о том, что слышали звук шахеда и потом взрыв. Но пока военные сообщают, что никаких целей над Одессой нет. Возможно, позже появится какая-то информация по поводу данного взрыва. Еще раз повторюсь, пока есть ничего не сообщали. Уже, скажем так, опасность миновала. Тревогу отменили. Вот, будем надеяться, что ночь пройдет спокойно, но тем не менее советую всем быть максимально бдительными, реагировать на сигналы воздушной тревоги. Неважно, звучит днем, ночью, идите в укрытие, потому что обстановка очень напряженная. Всем мирного неба, тихой, мирной и спокойной ночи. До встречи в новых видео. Всем пока.